Привет всем! Сегодня 16 сентября. Я выехал на очередную рыбалку в район Косы, вернее за Косу, между Телегульскими дачами и селом Широкое. Блин, сломался. Да ёпрасоте. Вот этого мне только и не хватало. Зараза такая. Ну и что мне теперь менять? Спиннинг? Или вот же пластмасска хреново. Мне в смерти повезет мне. Вот он. Ох ты. Молодец. Тихо. Раскорился мой. Так, вот так вот. Давай. А ты, блин, сошел. Да чтоб ты был здоров. Ой, блин. Ух ты, блин, опять тут трава. Тихо, трава у дома. Зеленая трава. Ой, блин, да что такое? Нет, это ж еще рано. Зеленая трава. Угу. Трава. Зеленая. Осенне-летний клев. Вот так вот. Давай. Тихо. Блин, что ты там как-то вот запутался. Так. Вот он, блин. Я его даже не почувствовал. Тихо. Да, блин, что вы так заглатываете? Блин. Ну, когда-то ж должны и такие клевать. Я ж не спорю. Ну-ка, давай. Так, еще пол-ветра даже нету. Так. Чуть-чуть. Ветерок такой, что-то свежее, солнышко. Скрылось. За горою.
Да. Что-то все замерло. Вот так. Есть. Тихо. Точно я ее переплыл. Скорее всего. Тут точку. Опять будем на забросах сидеть. Тут у нас все в водорослях. Опять. Водоросли. Рано перекур объявил. Вот. Ох, как-то он зацепился снаружи. Ну, ладно. Хорошо. Снаружи. Нам не все ли равно, как он. Главное, что зацепился. Вот так вот. Тихо. Блин, что вы за щеку цепляетесь? Второй подряд на эту удочку за щеку. Ох. Вот он. Красавец. Молодец. Чем меня успокаивает ситуация, то что здесь, ну, просто шикарные крупные бычки. Пусть не так часто, как мне хотелось бы. Но зато бычок как на подбор. Что-то у меня тут поклевало, и так же не бывает, чтобы бросил. Но это только если малек. Этот молодец. Тихо, не сломай опять. Ох, тихо. А. Что у меня тут? Произошло отключение. От чего? Почему? Ветер усиливается. Ох ты, вот трава. Вот и не высидел ничего. Ух ты, какой краса. Тихо. Не надо ругаться. Чё ругаться? Ой. Такие вот клиенты украшают нашу серую будничную жизнь. Как-то вот так вот молодцом. Тихо. Как-то вот так вот дружно. Вот так. Хороший, нормальный середнячок такой. Угу.
Так, ветерок так постоянно дует. Вот. Вот. Ух ты. Ох, пара, видите? Вот они. Молодцы, ребята. Вот так вот и надо держать. Надо работать сообща. Так, ну тут надо что-то под... Ладно, потом поменяю. Или еще подгоним нормально. Так, это у меня тут простаивает. Вроде бы как жизнь налаживается, да? Так вот, давайте, давайте, ребята, ребята, давайте. Ух ты, они склевали уже, даже склевать склевали. Подкрадываются ко мне соседи. Что-то им так вот как-то не очень, чтобы очень там было, то не решили. Тут возле меня в кадре посидеть. Что у нас? Ну, пол ведра? Нет, нет, еще пол ведра. Пол ведра нет. Это с водой пол ведра. Тихо. О, там склевал. Он же подлый народ. Передо мной тут решили помаячить. Они уже наловились. Пусть подо мной здесь половит. Лиман большой. Места много, но выбирают рядом с тем, у кого клюет, да? Как правило. Клювали, гады. Как же вы клюете, что я и не чувствую. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну что? Вот вам и рыбалка с двух рук. Македонская рыбалка. Так вот. Вот так. Рыбалка.
Балка по-македонски называется, да? Вот так вот. Хорошо. В общем, ловим, пока клюет. Так вот. Ух ты. Что такое тут? Где он, блин? А, вот так. Пардон за... А, тут... Тихо. Ой, блин. Ребята, у меня сегодня все пальцы из-за вас. Ну вот, появилась поклевка. Вот такой. Тихо ты. Распетушился. Распетушился. Разгнашился. Как там диско Тухманова по волнам моей памяти, да? Вот. Я тут сижу, сам с собой рассуждаю, прикидываю, сколько еще посидеть. Ну, если так вот, как последние 25 минут или полчаса, вернее, то тут можно уже не сидеть. Можно просто время не тратить. Я считаю, смысла нет дальше ловить время, тратить. Я пойду потихонечку в сторону берега. Если что-то вдруг изменения какие-то у меня будут, я проинформирую. Все. Пока я на этом... Репортаж с воды заканчиваю. Доберусь до берега. Определимся с уловом. Вот и на этом, наверное, сегодня все. Рыбалку я закончил. Я подплыл к берегу, ветер стих. Вот. Так что, ну, все равно уже клево, нет? Час по чайной ложке уже не интересно. Мне всегда интересно первые 2-3 часа. Вот. Но я ожидал от утренней рыбалки гораздо большего. Сейчас пересчитаю лов. Вот. И доложу вам. Вот он лов. Бычок неплохой, почти пол ведра. Сейчас пересчитаю. Неудобно держать одной рукой. Камеру уже упаковал, не хочу ее доставать. 65 штук. 65 штук. Бычок в основном крупный. Так что вот такой вот улов. Не знаю, когда я теперь в следующий раз буду на рыбалке, но, честно, откровенно, я ожидал лучшего. Ожидал лучшего. Ну, все. На этом пока.
До следующей рыбалки.